В рамках мероприятия по ремонту муниципальных дорог, запланированных администрацией города Красный Луч на 2020 год, начаты работы по ремонту дорожного полотна. В рамках подготовки к празднованию 75-летию годовщины Великой Победы на сегодняшний день проводятся работы по фрезерованию с последующим ямочным ремонтом по улице Шевченко. Данная улица является подъездной памятнику и героям труда. Также администрация запланирована в ближайшее время и начнутся проводиться работы по восстановлению дорожного покрытия по основным направлениям движения общественного транспорта.